демонов. Я коллекцию еще не собрал. Не канаю. Подождем, пока наберутся. Так, а пока тогда сходим вон туда, наверх. Здесь вообще богато. Это со второй коллекции только собрал после такой уничтожения толпы такой, да? Жесть. Это жесть, ужас, я даже не знаю, как назвать это правильно. Неплохо. Осталось два предмета. При таком спавне, конечно, это будет просто насобирать относительно. И уровень поднимем, добавим. Thank you.
Прям, блин, локация для фарма. И для прокачки ребят. Забегаем в центр. А, лёг. Кстати, а что мне эта коллекция даст вообще? Да. А, это лисички, что ли, за мной бегают? Походу, дело. Да ладно, чё? Что мне досталось? Что-то ценное. Тут... Странно, что мне вообще обычные вещи начали выпадать. Я немножко охренел прямо. Я вот не ожидал здесь реально обычные вещи видеть. Повышение уровня геймов. Шо? Так, уровень.
Просто тупое убийство неписи. Ну да. Да, вот очень много обычных вещей падает, много очень лутовых вещей падает. То есть здесь, в принципе, ну, бабла я сильно, конечно, хрен подниму. Кстати, посмотрел, там на рынке эти бесплатные вещи продают по 2, по 3 ляма, больше ни хрена там нету. Ну, посудить по рынку, если да, мертвая игра. Обалденно. Шикарно. Так. Когда ее силы уменьшились, сила Ноэли должна быть ослаблена. Прежде чем что-нибудь случится с Альдоной, я скажу тебе, что делать дальше. Что-то ты могла продолжить бы говорить, что мне делать дальше. Ноэли трудно противостоять только нам. Но Ноэли не всегда была такой сильной. Ноэли стал сильнее только после того, как получил часть печати Хаурбежа. Хаурбека. Или Хаурбежа. Слуги Хаурбежа, потерявшие своего хозяина, начали преследовать ее, так как у них... Как у нее были осколки серебра. С тех пор Ноэли начал владеть новой своей могущественной силой. Для Хаурбека она как предательница. Знаешь... Это должен быть способ увеличить силу Хаурбека. Это неплохая идея с точки зрения Хаурбека. Даже сейчас слуги Хаурбека считают Ноэли Хаурбеком. Но если Хаурбек вернет свои оценки, тогда не поймут, что настоящий мастер — это Хаурбек, да? Пожалуйста, пройдите во вторую зону изоляции. Уверен, что там собрались бывшие слуги Хаурбека. Но мне пока и здесь неплохо. Так, ну что, продолжаем. Продолжаем. Не, надо, короче, идти сначала. Добить все-таки коллекцию, как ни крути. Надо. Нуна. А, мне только по заданию надо туда идти, отлично. Портальчик еще один, да?
Сейчас много их. Свободен, как ясно солнышко. Ты тоже. Жесть. Я тут как маньяк бегаю какой-то. Тантор. Ура. Говорим всем приветики. Не, мне очень здесь нравится. Я, блин, здесь эту квартиру свою поставил, вот так вот бегал, фармил постоянно. Ну, хотя это еще не факт, сколько продлится. Сейчас туда бы сбегать, проверить, что там. Элберт Маск. Наверное, что лука демонов жив. Но сила других ей не принадлежит. Меня что-то гложет. Когда мы Эль собрались силами, она могла сразу попытаться сбежать. Ну, похоже, наверное, чего-то ждет. Мы должны выяснить, что она планирует. Такс. Пожалуйста, допросите слуг Нуаэля, поскольку Хавер тоже демон, читать мысли их будет легко. Это становится еще проще, когда они находятся в своей духовной форме. Его мысли мне надо читать, ты издеваешься? Ну да, блокирует магию, зараза. Это было неожиданно. Блокираторы хреновые. Ничего, надо поставить и никого не убивать? Да ладно, это неинтересно. Но выбора, походу, блин, нет нифига, да?
Что, все что ли? Да вроде бы да. Так я там коллекцию с кучами не собрал. Не, нифига не собрал. Значит, скорее всего, в том месте. О, я что хотел проверить. Есть орбы такие? Это у нас орбы, я так понял, сумон. Сейчас проверим. Смотри, орбы какие-то, что-то вроде сумон босса. А зачем? Так, кажется, она с самого начала планировала сделать тюрьму своим миром. Ее планы увенчаются успехом. Даже силы богини Вакаин будут восстановлены. Этого будет недостаточно. Так, поскольку мы узнали намерения Фноэли, мы должны действовать быстро. Как насчет удара по Харугалам, четвертые изоляторы? Избавься от них. Избавиться от них означало бы избавиться от некоторых из самых мощных орудий Нуаля. Да ладно, сбегаю, нет, еще. Да. Это моб вообще какой-то. Это я на своей стороне призывать могу вот эту вот хренотень. Серьезно, что ли? Да, блин, помощник, когда вы издеваетесь надо мной. Новый помощник, но ладно. Но его сожрали быстро. Я, в принципе, не удивлен этому. Такие толпы. Ну-ка, ну-ка, давай-давай. Тот меч, тот. Да, тот меч. Значит, на одной локации мы можем это все повыбивать. Это хорошо. Это мне и нужно было знать. Кто-нибудь объяснит, какой-то хрен мне тут берег сдался.
Третий левел гема. При том, что главное, сейчас никто не респится, а мне надо убить 5 штук. Ого. Хоть гемов мне покидывают довольно знатное количество, все равно. И это все не то. Мне надо сбегать сначала вниз, потом подождать, пока там другие мобы придут. Теперь не надо. Нахрена там мне территорию отмечали. Ну ладно. Да меч-то я получил, то я понял. Отлично, пуховали. Пошли-ка еще раз не побазарим. Так, ругалы раньше были элитными слугами Хаурбека, но именно они передали фрагмент печати Хаурбека Нуаля. Так, ургалы предали меня, это абсурд. Так, в настоящее время Нуаля проводит ритуал призыва демона на своей территории, но обе ее руки и ноги
отрезанная. Так что видеть ее будет легко. С какой. Теперь, пожалуйста, познакомьтесь с Алдонной. Она отойдет вас на территорию Нуали. Реально ужас. Сейчас мы войдем на территорию Нуали. Приготовься. Да, конечно. Вот только смотрю, руки тут точно у нее сделаны. Ой, перегрузочка. Ай-яй. Ну-ну. Так, пойду-ка я тут продамся, пока на паузу скачу.